Великобритания переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы и увеличит расходы на оборону к 2030 году на 2,5% от ВВП. Такие планы озвучил британский премьер-министр Риши Сунак на встрече в Варшаве со своим польским коллегой и генсекретарем НАТО. We did not choose this moment, but it falls to us to meet it. In a world of increasing threats, we must show our enemies that we are resolute and determined. That their attempts to destabilize our world or redraw its borders by force will fail. That with our friends and our allies, we will be at the forefront of the defense of the free democratic world. Он также анонсировал новый транш военной помощи Украине в размере 580 миллионов евро. Пакет включает ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, 1600 боеприпасов и 4 миллиона патронов. Генсек НАТО, в свою очередь, призвал союзников усилить поддержку Киева, особенно средствами ПВО.